Сход граждан прошел во Львовском доме культуры 3 августа. Участие во встрече приняли заместители главы района, руководители муниципальных служб и актив поселения. Исполняющий обязанности главы Львовского сельского поселения Эдуард Попов представил общественности отчет о проделанной работе за первые 6 месяцев 2021 года. Расходы бюджета на 2021 год запланированы в районе 39 688 тысяч рублей. Бюджет дефицитный. Расходная часть исполнена на 14 748 тысяч рублей. Основную долю в бюджете поселения занимают расходы на социальные вопросы, в том числе развитие культуры, спорта, содержание учреждения культуры, проведение мероприятий. Жители могли задать интересующие их вопросы. Больше всего людей волновали такие проблемы, как уличные гонки в селе Львовском и организация досуга молодежи, водоснабжение, покос травы и наведение порядка у домовладений. Каждое обращение районные местные специалисты взяли на контроль. В завершении схода почетными грамотами наградили неравнодушных людей, помогавших в ликвидации последствий паводка в 5 поселениях Северского района в начале июля.